собственно, мы начинаем, друзья, как всегда, готовим приветствование. Смотрите, Ликан Иванович, прошу любить и жаловать. Друзья, привет, стоящие игры. А мне там связи есть. Григорий Владимир, мастер город Армания. Второй, друзья, привет, стоящего мастера. Первый, Григорий Алексеевич. Раз, раз. Раз, два, проверка друзья, связи. Состав, играющие команды, друзья, желтые оба девушки, представляющие клуб регионной суперлиги, это Уралочка, НТК Свердловская область, встречайте под номером один, Анна Ломова. И в вашем команде под номером два, Елизавета Хаузова. И, кстати, лучшие парни, представляют регионный клуб «Огненный спорт». Первый номер. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного волейбола. Мы начинаем свои трансляции из Сочи с финала пари-матч чемпионата России по пляжному волейболу. Сегодня у нас женский день, только женские корты будут задействованы, женские пары, точнее, будут задействованы на всех четырех кортах. И первая игра у нас, она одна единственная, собственно говоря, параллельно других игр нет. Начинает финал чемпионата России. Олег Богачев представлял девушек, которые играют на ближней стороне к площадке, к камере. Лиза Губина и Светлана Холомина. Девушки представляют волейбольный клуб «Обнинск». Лиза Губина, очень надежный съем. И их соперницы Анна Лобанова, номер один, и Елизавета Хараузова, номер два. К сожалению, я непривычно расположен далеки от корта и с монитора комментирую, поэтому не всех девчонок не очень хорошо видно. Ну, Лизу со Света я знаю достаточно хорошо, поэтому здесь каких-то проблем не может. Да, счет... Сейчас с электронным табло мы разберемся. Небольшая проблемочка. Девочки, представляющие волейбольный клуб «Обнинск», у нас чистые пляжницы, так скажем. Девчонок, которые представляют клуб суперлиги «Уралочка», это МК, и я вот, честно говоря, не знаю, поэтому не могу сказать. Будем знакомиться с ними по игре ближе, насколько они квалифицированно подготовлены к пляжному волейболу. Сейчас пока у нас с электронным табло небольшая проблемка была. Но, похоже, начинает работать. Так, ну что, подправили мы электронное табло. Света Холомина на подаче была. Вот так, прямо Светлана, но есть доигровочка у Светы. Тоже пока попадает она в защитницу. Простой перевод. Лиза в оттяжке спокойненько сыграла. Ну и мощная атака в шестой зоне. Там попытка такая, вялая блока была. 4-2 счет. В плане район шестой зоны, вот не вижу номеров девчонок, кто в двоечке играет, кто в четверочке, в расстановочке, но сейчас больше ближе к камере подойдут девчонки и будет видно. Девушек
Да, первый номер у нас в четвертой зоне, там Лобанова и Елизавета Хорозова в двоечке. Вот как раз Елизавета на приеме была. Со второго попытка перевести, ну так, в общем, это смотрится на этом уровне не совсем серьезно. Очень хорошо готовы девчонки из Обнинска, очень хорошо продвигаются, поэтому затруднений никаких. С такими простыми переводами со второго у них не будет, конечно же. Вдоль сеточки. Лиза Губина молодая спортсменка. Ставлю девочек из Обнинска, поскольку больше с ними знаком. Не уверен, что даже в профайле на сайте ВФФ найдется информация про девочек из Уралочки. Все-таки они клуб Суперлиги представляют, и, скорее всего, что лицензии у девушек нет. С приемом не справляется Елизавета Хараузова. Ну и там Елизавета Губина свою доигровочку очень уверенно реализует. Невысокие девчонки из Уралочки. На блоке практически не пытается играть, но сложно тут что-то девчонкам, наверное, будет противопоставить более опытным соперницам. Света Холомина, ну, наверное, сейчас лучшая защитница в России. Разве что Машу Воронина с ней, наверное, по навыкам игры в защите сможет сравниться. Большое преимущество, ну, в общем, наверное, на групповом этапе, там, где особенно будут попадаться клубы, представляющие, точнее, пары, представляющие клубы Суперлиги, преимущество чисто пляжных пар, ну, будет довольно приличное. На блоке Света Холомина отработала. В дальнейшем, наверное, первый корт мы в меньшей степени будем комментировать. Там, тем более, есть Олег Богачев, который будет помогать своими комментариями в паузах. Вот, а мы сосредоточимся на трех дополнительных кортах в большей степени, потому что, ну, они во всяком случае рядом с нами расположены, и можно визуально их наблюдать, за исключением, правда, второго корта. Второй корт тоже, в общем, достаточно отдаленно от нас, а третий, четвертый совсем рядом, и здесь можно живо смотреть, да. Смена сторон у нас прошла, вторая. Отправляется на прием, атака, ну, довольно простая, получилась атака, но точная по линии, боковой ленте прижала Елизавета Хараузова, но вот, ну, оттяжки там не очень быстро сыграла, как мне показалось, Лиза Губина. Лиза со Светой номинальные защитницы обе, Лиза Губина в большей степени в последнее время с Ариной Режновой играет. Свет Холомин, ну, знаем, да, в сборной она с Надеждой Макрогузовой играет. Московский этап девчонки играли Холомина Воронина и победили тогда. Неожиданно для многих. Вот. Ну и Свет Холомина, кстати говоря, как блокирующийся, очень неплохо там проявила. Не знал о такой ее способности, если честно, до этого этапа. Очень неплохо на блоке играл. Пока 11-5, очень большое преимущество пары из Обнинска. С приемом не справляется. Ну, как-то очень неаккуратное касание у Лизы получилось первое, но забивает очень сильно. И очень точно. 12-5. Следующая игра на первом курсе также будет пара, представляющая волейбольный клуб Обнинск. Первые серии на Мария Бочарова, Мария Воронина. И против своих одноклубниц они будут играть. Пара Коваленко-Режнова. Да, Свет Холомина очень надежно на чистой сетке. Ну, то, что можно в любительском пляжном волейболе
которые, я предполагаю, так что, наверное, играют там девчонки, представляющие Екатеринбург, то, в общем, в женском профессионально пляжном волейболе такое непозволительно часто оставлять без блока нападающих. Попытка играть со второго, ну и это не согласовано. Света Коломина и Лиза Губина здесь между собой сыграли. Шесть 13. С хорошей высоты, вдоль сеточки, там... Ну, понятно, почему без блока играет, просто высоты там на блоке дать не могут Анна с Елизаветой. Поэтому стараются где-то в оттяжке сыграть, но дело в том, что просто, ну, против таких сильных нападающих, как Света и Лиза, очень сложно что-то делать. Преимущество большое еще к техническому тайм-ауту, с хорошим преимуществом. Девчонки из Умницка подходят. 15-6. В 11 часов у нас стартуют все остальные корты. На первом корте еще расскажу. Бочарова, Воронина против Коваленко, Режновой будут играть. Обе пары, представляющие волейбольный клуб Умницк. На втором корте будет тоже своего рода дерби. Обе пары представляют московский клуб волейбольный клуб «Динамо». Дарья Рудых, Надежда Макрогузова против Марии Дайнека и Лизы Занечковской сыграют. Тоже забавно, интересно. Где-то мы видим двух защитниц номинальных в парах, где-то двух блокирующих, как в паре Дайнека и Занечковская. Что Маша Дайнека, если кто-то не знает, 2.09 рост, и Лиза Занечковская там за 190, если я правильно помню. Ну, высокая девушка Лизавета. Ну, или около 190, так скажем. На третьем корте у нас будут играть интересная пара, представляющая Динамо Акбарс. Это Ольга Мотрич, известная наша пляжница, и Виктория Шилаевская. Да, в пару они стали в этом году. Несколько этапов уже вместе провели. На мой взгляд, неплохо смотрелись они на этих этапах. Ну и против молодой пары, представляющей Динамо Водный стадион, будут играть Вероника Плотникова, Маша Белоусова. Ну и четвертый корт у нас пара, представляющая клуб Суперлиги «Локомотив» Калининград Ахметов Фламидзе против Павла Иверанцевой. Ну там и там, собственно говоря, пляжницы. Вот, там к волейбольному клубу «Локомотив» пара Аделя Ахметова и Лена Коломейцева. Не знаю, какое отношение. Ну, знаю их по любительским пляжным турнирам. Постоянно они участвуют с хорошим опытом и на хорошем уровне. Я думаю, что не самая слабая пара по силам здесь будет на этапе. Вернемся к нашей игре. Ну, тут 17-6, все достаточно понятно. Сейчас прошу прощения за небольшое скомканное начало. Тут с электронным таблом пока разбираюсь. Пока еще новое место для нас, поэтому... Несмотря на то, что вчера весь день готовились, так не все удалось, а к началу все-таки своевременно сделать. Сейчас все в обычном режиме. У нас на первом корте так не сильно интересная борьба, пока 18-6. Более опытная пара и более мастеровитая берет свое. Так, касание какое-то не очень... Аккуратное у Света получилось, но тем не менее Лиза передачи все исправляет. И Света Холомина спокойненько забивает. 19-6. Ну не удивляйтесь, да, еще раз скажу. С таким результатом, когда там пары не будут выходить из десятка, я думаю, что довольно большое количество игр будет проходить из опорного положения. Так, здесь не попал еще в площадку, ко всему прочему. Увы, Анна Лобанова. Или нет, или попал. Странно. Мне показалось, что главный судья сначала на сторону Обнинска показал. Мужчины стартуют завтра. Сегодня мандатная комиссия вечером будет. Ну и, соответственно, поздно вечером, уже где-то, наверное, после 9 вечера, какое-то расписание у мужчин появится. У женщин сегодня по две игры группового этапа. На групповом этапе девушки играют
каждый с каждым, то есть все пары участвующие, точнее в группе, которая находится, они сыграют. Ну, эйсом заканчивает Лиза Губина первую партию, 21-7, ну, без проблем. Светлана Холомина и Елизавета Губина в первой партии выиграли у девушек, представляющих Уралочек и НТМК, волейбольный клуб Анны Лобановой и Елизаветы Харалзовой. Храузова, наверное, скорее, да? Так как Олег Богачев произносит фамилию. Так, так вот, по групповой этапу еще раз, да, давайте коснемся. 6 групп у нас, и у мужчин, и у женщин. Это у нас группа F. Дальше на первом корте будут две игры группы А. Интересно, пытаюсь понять, какая у нас по счету игра будет, которая вот игра группы будет еще одна. В этой группе у нас еще пара, представляющая волейбольный клуб Енисей, Елизавета Терентьева и Юлия Савельева. И пара, представляющая волейбольный клуб Митар, Карина Харимова, вот напарница, не знаю, как зовут, основного фамилия. И фонд развития пляжных видов спорта, пляжного волейбола, Центр олимпийской подготовки представляет Илья Балакин и Ксения Добижа. Это у нас группа F. Ну и, соответственно, да, видимо, еще одна игра у нас закончится завтра, групповой этап, то есть в группе F как раз три игры, сегодня, судя по расписанию, придется играть парам, которые в первой как раз игре играют, все остальные по две сыграют. Так, ну что, на старте второй партии у нас пока 2-2, 1-1, извините. Лиза Губина за счет высоты, очень хороший кат по линии, глубокий, под заднюю линию, спокойно разбирается Елизавета, без каких-либо проблем, 2-1. То, о чем я говорил, да, не пытается блок ставить Анна Лобанова или Елизавета Харалзова, но без блока на чистой сетке атакуют соперницы, с блоком тоже, в общем, ничего не могут сделать. Ну, во всяком случае, второе очко уже набрали. Во второй партии 2-2. Сегодня не так жарко, как было вчера в Адлере. Вот. Напомню, что в отеле Sport Inn у нас проходит турнир. Здесь все прекрасно, конечно, организовано, отличные площадки. Первая площадка с белым кварцевым песочком, который еще и не греется. Ну, вот неожиданно 3-2 повели на старте Анна Лобанова и Елизавета Харалзова. Да, трудно не согласиться, конечно, Уралочка одна из самых легендарных команд, но все-таки в классическом волейболе. Ну, смотрите, есть Анна Лобанова. Все корты мы показываем на этот раз. В Обнинске мы показывали только 3 корта, на этот раз все 4 мы охватим. Ну и суббота-воскресенье нас представляет ТВ Старт, подъезжает, да, уже непосредственно со своими мощностями. Они будут показывать с нескольких камер главные игры. Смена сторон при счете 3-4. Yeah.
Хороший кат вдоль сеточки, да, хорошо к боковой ленте прижала Елизавета Хараузова мячик. Ну, такое ощущение, что вторую партию немножко расслабленными Елизавета со Светой вышли. Ну и, может быть, какая-то скованность была у девчонок из Уралочки, а поэтому как по многому из-за этого игра не получалась. Но вчера было очень жарко, сегодня такая дымка, и играть комфортно, потому что если дымка это уйдет, палящее солнце, здесь градусов 35, наверное, я сам вчера немножко разминался с ребятами из Санкт-Петербурга. Ну и песочек нагревается очень прилично, во всяком случае, на трех кортах дополнительных. И жарко, конечно, играть, очень неприятно, особенно несколько игр подряд. Требуется такая подготовка очень приличная, физическая. Свет Холомина забивает спокойненько. Жалко все-таки, что не в оптимальных сочетаниях у нас пары участвуют на финале чемпионата России по пляжному волейболу. 4 этапа было у нас до финала. Большое количество этапов было изначально запланировано, да, но знаете вы, что из-за того, что все у нас случилось в мире, из-за пандемии вот этой неприятной, все, конечно, большая часть этапов отменилась. Но, тем не менее, самый первый этап был в Архангельске, когда еще, собственно говоря, не было никаких карантинных мер. А вот, отличный этап получился, хотя там сильнейшие пары не участвовали. Следующий этап был уже в Москве, там уже достаточно много было ведущих игроков со всех сторон, и у девчонок, и у ребят, ну и да, не 4-5 получается у нас этапов было, немножко забыл я. Потом Казань была, это третий этап был, вот тоже там уже у мужчин практически все сильнейшие были, у девушек параллельно как раз сборников сбор был в Анапе. Ну и в Обнинске вот уже как раз на четвертом этапе собрались абсолютно все сильнейшие. Там очень интересный этап был. Мы видели наши трансляции, наверное, оттуда. И последний этап перед финалом был в Липецке уже. Закончился он буквально на этих выходных. Ну так, по составу он немножко напоминал то, что было в Архангельске. То есть тоже ведущий этап пропускали ведущие пары. Мужские, прежде всего, этап, ну, девушек надо отдать должное, в принципе, составы были сильнейшими парами. Ну, там в оптимальных как раз сочетаниях, в Обнинске и в Липецке девчонки играли, а здесь все-таки на финале строгая клубная принадлежность, и поэтому по клубам разбежались, не увидим мы первую пару нашу, Надежду Макарагузову, Свету Холомину, они по разным парам играют. Ну и также многие там, в том числе мужские пары, тот же Никита Лямин, Тарас Мыскин. У нас пока ровная борьба, так что-то такого прям очень интересного не происходит. Обнинск уже вышел вперед, 9-7.
Что, 11:10 у нас счет. Более-менее равная вторая партия. Не сказать, что захватывающая, но... Из резерва, кстати говоря, у нас добавилась пара Лобанова-Хараузова, которая сейчас играет, представляющая Уралочку. То есть кто-то не доехал, я единственное не уточнял, не проверял, кто там из тех, кто был выше. Вот как раз пара Уралочка и плюс еще пара представляющая волейбольный клуб Дон с Пенёвым Марковкина. Они тоже были у нас в резерве и тоже они прошли в основной этап, так что... Может быть, и у мужчин тоже кто-то не доедет, и пары, которые в резерве сейчас находятся, которые здесь приехали, в частности, Николай Чехненков и Никита Эвертон, первый резерв, они точно здесь находятся, вот, может быть, и попадут тоже на основной номер. Ну, посмотрим, как это все будет. Совсем скоро будет известно. Завтра у нас по плану довольно рано начинается, в районе 9 утра. Ну так, предварительно, во всяком случае. Ошибается Лиза. Ну что, еще 12-12. Ну что, разыгрались на самом деле девчонки из Уралочки. Так. Первая партия, конечно, совсем провальная была, и игры не было никакой. А сейчас, так, в принципе, не сказать, чтобы одна пара как-то отличалась по уровню от другой. Ну вот смотрите, Лиза прямо в ручки бьет. Начинает расставляться так на площадке неплохо, но может быть подсбавили все-таки свет Халумин с Лизой Губиной. Смена сторон при равном счете. И неожиданно равной борьбе во второй партии.
что там случилось, не видно мне, к сожалению. Может быть, касание сетки было у Лизы Губиной, и жест судьи не обратил внимания. Там одно из двух, либо на чужой стороне сыграла Елизавета, либо сетку задела. Без блока, но тоже снова в ручки попадает, с обработкой там не справляется Елизавета Хараузова. Но как-то так, в общем. Слишком много попаданий в руки на чистой сетке у Лизы Губиной. Вот за последние эпизоды не очень хорошо. В конфликтную зону подачи справляется там Анна Лобан. На себя берет прием. Хороший перевод под заднюю линию. И Света здорово в кошачьи прыжки поднимает этот мячик. На сразу попытка довести. Попытка укротить не прошла. Он и на блоке отработал, но блок в аут. 17-15 плюс 2 Обнинска. Блока пока у Лизы очень хорошо, Губиной получается разбираться. А вот без блока как-то частенько она все-таки там попадает в руки во второй партии. Во всяком случае, первой такого не было. В первой спокойненько девчонки из Обнинска забивали. Очень сильно и в руки, как правило, не попадали. Но с глубины до пасовны хорошо укоротила под сеточку Елизавета Хараузова. В оттяжке у Лизы Губиной из блока не очень получалось сыграть. Очередная смена сторон. 17-18. Или что, тайм-аут? Или что? Что у нас происходит на площадке? Олег Богачев задается вопросом. Ну и я, собственно говоря, тоже задаюсь вопросом. Ну, Олег хотя бы там на первом корте находится. Ну, слышали, наверное, Олега, да, что там нужно поправить было. Из формы Лизы Губиной. Ну, либо просто очки протереть. Ну, кат по линии, аккуратненько скатило в четвертый метр. Опять же, с хорошей высоты. Высота съема прилично выше, чем высота блока у соперницы. Все, два очка осталось набрать, ведь Холопиной и Лизе Губиной, чтобы выиграть первую игру. Еще расскажу, да, девчонкам как раз вот этим парам предстоит еще по две игры сегодня. Одна единственная группа Wave, которая у нас сыграет чуть больше, чем все остальные. Матчбол, да. 2017, со второго Свет Холомин забил. В 11 часов у нас следующие игры по плану. Что, ждите наше включение, еще расскажу уже четвертую. Ну, если он заканчивает Лиза Губина. Спокойненько выиграли. 21-7, 21-17. Лиза Губина и Свет Холомина. 2-0 по партиям, да. Хорошее начало для Обнинска. Ну, и девчонкам из Уралочки хороший опыт. Может быть, в следующих играх начнут они более бодро с самого начала и более интересно все будет. Хотя пары в группе опытные.
чисто пляжные пары. А Балакина Добижа очень сыгранная пара, очень хорошая. Ну и Елизавета Терентьева и Юлия Савельева тоже хорошая пара, которая представляет волейбольный клуб Енисей. Но, в принципе, девчонки чистые пляжницы, хорошо мне знакомы. Вот, следующая игра на первом корте, еще расскажу. Две обманские пары будут играть. Мария Бочарова, Мария Воронина против Насти Коваленко и Арины Режновой, да, параллельно с Олегом Богачевым мы объявили в следующих играх. Но у нас пока небольшая пауза, ждите очередное включение.